Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live. И смеюсь, да, потому что комментарий прочитал, да, там было, мол, очень угорел, когда услышал Пантохус. Да, ну, Паноктус, но будем его называть Пантохусом, да, это будет его кличка. Он Паноктус по кличке Пантохус. Вот так. Так, давайте, сколько мне тут насобиралось? 4 штуки уже есть, ребятки. Потихоньку их выращиваю. Блин, опять какая-то зараза пытается убежать. Вот там вот мигает в уголку. Ничего, сейчас мы сделаем, получается, 30-го Паноктуса. Это как гигантофия, гигантофис. У нас Паноктус и Пантохус. Ну давай, давай, быстрее, а то там динозавры разбежатся. Отправляем Оуэна. Оуэн Грэди. Так, и погнали, давайте дальше. Еще что мне, вот сейчас мы перейдем, короче, к нашему основному сражению. Вот этими парнишками мы пойдем посражаемся, наверное, после основной битвы. Потому что они нас посили, ну, не будут топовыми. Я уже и не помню. Так, вдруг, если что, 40-й, кто хочет видеть 40-го Паноктуса, он у нас есть на канале, был где-то месяц назад видео, в общем-то, заходите в поиск на канале, пишите Паноктус, и там сможете найти это видео. Ну давай, крещи. Очень прикольно. Они кричат, эти все броненосцы. Так, ну да, ой, слабенько. Они даже уровень обычного легендарного, да, Т-рекс посильнее, наверное, будет, чем 40-й Паноктус. Так, когда там у нас уже новый гибрид? Как там? Тупо скалозавр или скалотупозавр? Кто у нас там? Супер ДНК скалозавра и тупуксуара. Появится. Так. Ну, блин, слабовато. Да. Ну, хотя по жизни нормально. То есть у него довольно много жизни. Жизни уже как терезинозавр, короче, получается, да? 1700 на 299. А давайте-ка мы сейчас зайдем вот сюда. 1700 на 299. Так, тут ребятки освободились уже все у меня. Почти все. Я ищу сейчас терезинозавра легендарного. Сегничка долго освобождается, капец просто. Так, тупуксуара вот какая-то мне тут промелькнула. Вот 30-я тупуксуара. Так, вот смотрите, эрлик на 30-м помощнее будет. Так, 40-й терезинка. Вот запоминаем, 2400 на 325. А, так, а подождите, а почему это я сюда залез? А где а, вот кайнозоид, что-то как-то странно. Так, а ну-ка, будет ли у меня здесь терезинка? Вот, смотрите, Паноктус. Паноктус вот практически как эндрикотерий по характеристикам, ребята. У кого вдруг нет. А терезинки 30-й. Какой удар у терезинки 30-й? Там вообще слабенький, меньше 300. Вот, терезинка. Вот, смотрите. 1700 на 230. 1700 на 230. 1700 на 290. Ну, вот так. Пару уровней, ребята. Пару уровней.
Так, ну а сейчас мы пойдем вот сюда. Буквально вчера же мы вроде как стримчик делали, да? Сражались, мы абсолютно всеми просражались существами, а теперь, смотрите, они все свободны. Вот это я понимаю правильно. То есть, когда существа все освобождаются там за сутки, ну, не считая Индрикоцера. Даже Маматери освободились все вот, за сутки практически. Да, кто, в общем-то, согласен со мной, что сутки это максимум, потому что это полный бред. Когда пахигалозавр, у тебя там 4 дня, ты можешь сражаться раз в 5 дней, там больше 4 дней, по-моему, тайм-аут. Это полная дичь, как по мне. Так. И дичь. Вот такой вот парень пойдет. Давайте вот такого парня возьмем. Вот такого. И вот такого. Порвем их как тузик тряпку. Прам-парам-парам-пам-пам. Так, за два удара он меня не пробьет. Эрематерий. И зачем он это сделал? Кстати, Эласматерий смотрится намного более грозно, чем Маматерий. Ну, по-моему, вот Маматерия нужно было сделать просто вот гигантским, гигантским носорогом хотя бы. Ну, а лучше вот тот версии, который я рисовал, гибрид мамонта с гигантским рогом, как у носорога. Вот это было бы круто. Ой, случайно его пробил. Атака на 3, давай, на все свои баллы. Ну ладно, на, почти на все. О, кстати, у меня все 3 носорога. Я даже не обратил внимания, что так получилось. Но почему-то у противника вот постоянно вот идут. Мы когда в турнире сражались, были постоянно вот эти вот пещерные. Блин, мне аэроматерия пробивать столько же нужно, сколько и эласматерия. Пришлось бить на 4 балла. Тыдыщ. Тук-тук-тук-тук. Такой. Ну это ну никак не Маматери. Я его не могу назвать Маматери. Это гибрид бородавочника и носорога. Ну а чё у него тут от мамонта? Вообще непонятно. Ладно, бивни какие-то большие нарисовали. По-моему, фантазии у разработчиков не хватило. Мой гибрид мамонта был лучше, ребята. Кстати, тоже можете загуглить на канале, напишите Маматерий. И там будет самое одно из первых видео, там будет такой большой мамонт, которого я рисовал с большим рогом носорога. Вот он и то лучше выглядит. Так, давайте сейчас мы заглянем в гавань, может что интересное у нас есть. Баксы на гены, это не интересно, это не интересно. Такое себе удовольствие. Ну вот это можно. А вот это что нам предлагают, за 11 тысяч купить пристазок. Ну с таким же успехом могу за 10 тысяч купить обычный набор. Обычный набор, как бы смысла нет. Так. Так. Гигантофис. Потом пойдет. Тили-тили. И гиенодон, наверное. Блин, медведь Арктодус, это же здоровенный медведь. Медведь-тиранозавр. Тоже, ребятки, есть видео познавательное про него, так что кто не смотрел, милости прошу. Медведь-тиранозавр. Довольно много уже на канале видео познавательных накопилось.
8 косарей урона за 2 удара. Вот это я понимаю. Вонзил свои зубы сабли в шею Индрикацеру. Так. Ну да, и кстати, у нас практически как в этом документальном фильме, да, Арктодус против, там был Смелодона, но у нас Тилокосмит. Тоже пробил. Изи. Изи катка. Так, ну, в общем, тут ловить нечего, даже Гиенодон не понадобился, реально, всего лишь двумя разобрался. Ууу, это был хвост-хлыст, суперудар. Этот Пайтер из кого там, из Ниндзяго или, да? Так, так и так. Ну да, здесь вообще изи катка. Вот так пойдем. Хотя можно было взять спокойно и трех степных. Так, теперь Индрикатериум чистокровный. Ну, за два он нас не пробьет. А, так а я тут что-то как бы немножко не так взял, как хотел. Ну ладно. Черт, не обратил внимания, сколько-то у него там баллов осталось. Но придется бить. А, нет, наверное, у него ничего не осталось. А, как я мог такое допустить? Блин, я тут сейчас могу слиться легко. Он сменился, у него 3. И атакует на 1. Ух, нам фартануло. Так, а, так в принципе теперь даже стало лучше. Так, я делаю 1, 2. 1, 2, блин. Он баллы все перенес. Ну так лучше, чем могло бы получиться уже. Так, ну у него много баллов сейчас было, сколько? 6, 3 на 5. Молодец, атака на 5. Я атакую на 2 всего лишь и защищаюсь. Ух, выкрутился. Но было стрёмно. Так, 852 у 142, а 144 меньше, 600. Куртинушка мощнее будет. Ну, половинку снимет. Ну, снял бы. Ну, но не сейчас. А вот такой мамонт мне напоминает какого-то мамонта от призрака. Такой белый-белый. Ну, мамонт, да, уступает по размерам Индрикатериям. Довольно сильно. Но напомню, в книге рекордов Гиннесса записан самый тяжелый слон 13 тонн. А это вес примерно Индрикатерия. И намного больше, чем в среднем мамонта. Вот, кстати, скалозаврик попался, который нам понадобится для гибридизации. Ну, точнее, его аналоги супер ДНК. Так, ну, а теперь давайте мы... Пантохусу, Паноктусу зайдем. Давай, выходи. Вот. А, вот у меня он 30-й, все отлично. 299. ВС. Ой, вот, кайнозойские. Так,
Вот наш Паноктус. Паноктус. То есть это если мы возьмем... Ух ты, ё, он так, он, в общем-то, им лучше танковать. Там. Вот так помчались. Мегистокурас 21. А у меня 40 есть или нет? Если у меня 21 есть, то скорее всего нет. О, максимальный, ребятки. 38. Пантохус против нас. Ну, Пантохус. Че ты меня бьешь, а? Ну мне по-хорошему сливать по Ноктуса надо. Но ему надо потратить будет минимум 2 балла. А скорее всего все 3. Да. Так. Ну вот такую вот роль сыграл наш Паноктус. Но сегодня не его день. 1658. Ну вы видели это, не хватило пару баллов. Так, а теперь вот, смотрите. 2400, как терезинозавр. Ну, что я и говорил. Ну, плюс, да, чуть-чуть посильнее будет удар у него. Давайте сделаем вот так. Раз, два, три, раз, два. Вау! Бросок мертвого скунса в исполнении Мегистокуруса. И, а вот, собственно, мы увидели атаку Паноктуса. И снова смерть Паноктуса. Вот такие вот, в общем-то, дела. На этом все. Всем пока.